С вами магазин электронов, и сегодня мы покажем вам мультиметр от компании Unit модели UT58A. UT58A – это измерительный прибор среднего уровня, способный проводить следующие измерения. Постоянное напряжение до 1000 вольт и переменное до 750, соответственно. Сопротивление до 200 мегаом. Постоянную и переменную силу тока до 20 ампер. А также емкость до 100 микрофарад. Кроме этого, мультиметр имеет стандартные прозвонку цепи и проверку диодов, а также измерение коэффициента усиления транзисторов. UT58A имеет прочный корпус в плотно сидящем резиновом защитном чехле. На задней стороне присутствует откидная ножка с фиксацией. На передней панели присутствует достаточно внушительный экран, отдельная кнопка включения, кнопка удержания данных, поворотный переключатель и разъемы для подключения щупов. Дисплей прибора имеет разрядность 2000 отсчетов. Кроме самих показаний, производитель разместил на дисплее большое количество подсказок. Например, подсказки о том, в каком положении должны стоять щупы при каждом режиме измерений. Комплект поставки, кроме самого мультиметра, входит достаточно качественные щупы, рассчитанные на долговременный ток в 20 ампер. Универсальный переходник, с помощью которого можно прямо в мультиметре измерять емкость конденсаторов и проверять различные транзисторы. Батарейка крона на 9 вольт. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.